мы видим, что, в общем-то, низкой популярностью даже там 12-13 лет назад наше Черноморское побережье не страдало. То есть вот смотрите, цифра за 2005 год. 31% опрошенных называл именно Сочи и другие наши черноморские курорты самым желанным местом отдыха. Но затем, по мере, значит, видимо, обретения опыта нашими отдыхающими, вот, потому что наши же люди стараются все посмотреть, везде побывать, если есть такая возможность. Мы очень любопытны и, так сказать, ориентированы на новый опыт. Так вот, значит, популярность падала и достигла минимума к 2013 году. Вот. Вероятно, это связано и с тем, что цены на отдых в Сочи и так далее росли опережающими темпами по сравнению с качеством. Вот. И тот продукт, который эти курорты предлагали, проигрывал, значит, по соотношению стоимость-качество многим другим курортам, прежде всего зарубежным. Ну, вспоминается та же Турция, Египет и так далее. Вот. А перелом произошел в 2014-2015 годах. Я думаю, дело не только в Олимпиаде и не только в огромных средствах, потраченных на то, чтобы привести Сочи в порядок. Хотя это, конечно, сработало. И тот, кто был в Сочи до и после, так сказать, признает, что это небо и земля. Вот. Стало все гораздо лучше. И это подтверждается статистикой, кстати, по посещаемости не только приморского кластера в Сочи, но и горного. Да? Вот, по сути, новый появился кластер целый. Это только одна сторона медали. Вторая сторона медали – это то, что у нас в общем, в целом, в принципе, 2014-2015 год происходит переоценка ценностей. Мир внешний из пространства возможностей превращается в пространство, скорее, угроз и рисков. И желание побывать там существенно снижается. Растет привлекательность всех мест отдыха на территории России, ну и отчасти бывшего СССР. И вот в этом списке, конечно же, вверх идут прежде всего Крым по понятным причинам, а на втором месте Кавказ. То есть вот такая картина чуть сложнее, чем, значит, вот такая одномерная. Но, повторюсь, огромные вложения в Сочи с целью не просто провести там Олимпиаду, но и дать второе дыхание этой жемчужине нашего Черноморского побережья дали эффект. Сегодня мы видим, что люди хотят ездить в Сочи и в другие, на другие наши черноморские курорты и делают это.